Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем серию вебинаров по основам применения аппаратно-программного комплекса TriBePulse. Поставьте, пожалуйста, отметочки, как меня слышно по пятибалльной шкале в чате. Так, Валентина, вижу, слышит. Мы будем надеяться, что у нас сегодня все нормально пройдет со связью, я имею в виду. Итак, мы продолжаем. На прошлых занятиях мы много о чем говорили. В основном мы говорили о непосредственно самом аппаратно-программном комплексе, о условиях его применения, о правилах подготовки к диагностике, то есть о том, что собой представляет сам метод вариабельности ритма сердца. Это очень важные моменты именно для практического применения данного прибора. В этот четверг мы в Москве проводили практические занятия с членами клуба ТРАДА по применению аппаратно-программного комплекса и лишний раз убедились, насколько важно соблюдать простейшие правила проведения диагностики. И я хочу напомнить, что вот лучше проводить обследование на отключенном ноутбуке от сети, то есть проводить обследование на аккумуляторах. Потому что когда компьютер подключен к сети, вероятность помех внешних, она значительно возрастает. Ну, в четверг у нас как раз такой случай произошел, и пришлось какое-то время потратить на то, чтобы разбираться, хотя чего проще, но, в общем-то, работать от аккумулятора. Поэтому я прошу, чтобы вы не забывали об этом. Итак, мы остановились на том, как интерпретировать результаты. То есть мы провели с вами обследование, избавились от артефактов, и, собственно говоря, это делалось для того, чтобы получить результаты диагностики, понять их, осмыслить, объяснить их нашему клиенту и, собственно говоря, сформировать рекомендации. Так вот, в прошлый раз мы говорили о том, что я вам рекомендовал начинать интерпретацию с вкладок «Статистика». Вот с этой вкладки, да, здесь такие простые моменты, то есть рассмотреть индекс массы тела, рассмотреть среднюю частоту сердечных сокращений, то есть и сказал, что вот есть подсказка, которая интерпретирует частоту, вот физиологическая интерпретация показателей ВРС, то есть здесь показывается в заключении, что это тахикардия, брадикардия или нормокардия. Ну и затем мы переходим к вкладке «Индексы», и мы с вами успели в прошлый раз рассмотреть такой важный индекс, как цена адаптации, то есть мы говорили о том, что это степень напряжения систем регуляции, вот, для того, чтобы обеспечить адаптацию организма к условиям внешней среды, к патологическим воздействиям. Сегодня мы поговорим о других индексах. Следующий индекс – это скорость биологического старения. Ну, название может показаться несколько таким вот с претензией, что называется, но вот производители данной системы, в общем-то, здесь ничего не придумывали, и, в общем-то, это было сделано не в угоду потребительского какого-то вкуса, а это строгий термин, который применяется именно в методологии вариабельности ритма сердца. Вот, чтобы нам правильно понимать значение этого показателя, давайте мы немножко окунемся, скажем так, в основы строения вегетативной нервной системы. Ну, всем нам понятно, что здоровье человека во многом зависит именно от состояния вегетативной нервной системы. Слово «вегетативный» переводится как «растительный» впрямую, да, то есть это та часть нервной системы, которая не зависит от нашего сознания. То есть если мы теряем сознание, да, мы не умираем. То есть у нас продолжаются физиологические процессы, которые обеспечивают жизнедеятельность, дыхание, сердцебиение, вот как раз-таки и другие процессы. И вот как раз-таки эти функции обеспечивает работа вегетативной нервной системы. Наша вегетативная нервная система состоит из двух частей, из двух отделов. Это, собственно, симпатический отдел и парасимпатический отдел. Симпатический отдел, он отвечает за мобилизацию. Парасимпатический отдел отвечает за восстановление. Ну, то есть вот любой наш орган, любая наша физиологическая система работает, можно сказать, в двухтактном режиме. То есть первый такт –
это напряжение, работа, то есть необходимая для тела физиологическая работа, трата энергии, усталость в конечном итоге. Затем включается второй такт. То есть под воздействием парасимпатического отдела любой наш орган расслабляется, отдыхает, восстанавливает энергию, запасает ее. Так работает все в нашем теле. То есть зрачок, сосуды, сердце, почки, печень, все работает вот примерно по такой схеме. И фаза напряжения, она как раз-таки управляется симпатическим отделом, фаза расслабления определяется работой парасимпатического отдела. И вот, собственно говоря, соотношение этих двух отделов вегетативной нервной системы является очень важным. То есть принято в диаграммах обозначать, то есть симпатический отдел красным цветом, парасимпатический отдел зеленым цветом. И вот, собственно говоря, их соотношение, оно очень важно для состояния нашего здоровья. Вот у человека в состоянии бодрствования должен преобладать симпатический отдел. И меньшая активность должна присутствовать у парасимпатического отдела. То есть примерно так вот изображено на этой диаграмме. Причем это соотношение, оно тоже довольно строгое. То есть симпатический отдел должен превалировать над парасимпатическим отделом примерно в 1,5-2 раза. И вот именно при таком соотношении скорость биологического старения будет в норме. Нормой считается диапазон 0,7-2. Соответственно, возможно три состояния. Вот они изображены на этом слайде. То есть, если, как мы сказали, вот это соотношение активности симпатического и парасимпатического отдела укладывается в диапазон нормы, то, собственно говоря, показатель скорости биологического старения тоже будет в норме. Вот как на данном рисунке, вот 1,8 укладывается в диапазон нормы. Но очень часто, особенно в больших городах, мы встречаем клиентов, пациентов, у которых симпатический отдел превалирует над парасимпатическим отделом в гораздо большей степени, то есть более чем в 2 раза. То есть эти люди, они напряжены, как пружины. Еще нажми, и они могут сломаться. То есть иначе вот это соотношение симпатического и парасимпатического отделов называется вегетативный баланс. Так вот, если этот вегетативный баланс сдвинуть в сторону напряжения, и это принято называть чрезмерное напряжение, вот оно изображено на этой диаграмме, то, соответственно, показатель скорости биологического старения будет выше нормы. Ну, здесь все достаточно просто. Вот это смещение вегетативного баланса в сторону повышенной активности симпатического отдела говорит о том, что все наши физиологические системы работают в повышенном режиме, то есть они напряжены. И, соответственно, их износ будет быстрее, чем это положено в нормальных условиях. Соответственно, и скорость биологического старения будет выше нормы. Но возможна и обратная ситуация. То есть это встречается значительно реже. Вот здесь вот неправильная диаграмма. То есть, ну, представьте, что наоборот. То есть когда зеленого больше, чем красного. То есть когда активность парасимпатического отдела, который отвечает за расслабление, значительно превышает активность симпатического отдела, который определяет напряжение. То есть вот такая ситуация, в общем-то, она должна быть в стадии сна. Но если она встречается в стадии бодрствования человека, то это тоже ненормально. Это говорит о том, что физиологические системы, ну, как бы недогружены, что ли. То есть это, естественно, это приведет к тому, что скорость биологического старения, она уйдет как бы влево. Вот в данном случае она 0,2, то есть она ниже возрастной нормы. И вот наши клиенты, пациенты, они иногда склонны воспринимать это как некий комплимент, то есть скорость биологического старения у них она низкая, то есть ниже возрастной нормы, ну как бы здорово. На самом деле это не так. Это говорит о том, что организм, то есть физиологически, он просто не дорабатывает. То есть поэтому это не есть хорошо, и это встречается зачастую при наличии каких-то серьезных хронических заболеваний у человека.
Это такой важный аспект. Другой вопрос, что вот это соотношение, то есть активности симпатического и парасимпатического отделов, оно довольно подвижное. То есть этот показатель, он такой лабильный, что называется. То есть если показатели, которые мы рассматривали до сих пор, то есть там цена адаптации, то есть там вес, да, частота сердечных сокращений, то есть они все-таки в меньшей степени изменяются. То есть они такие, каково наше реальное состояние здоровья, ну, на данный, то есть они меняются, ну, как некая такая плата. Вот, то вот это соотношение, то есть вегетативный баланс, он, в общем-то, подвержен изменениям даже внутри дня. Ну, простой пример. Там, вам позвонили с работы, начальник позвонил, какая-то вводная. И, естественно, вы напрягаетесь, то есть у вас сразу вот симпатический отдел начинает очень сильно превалировать на парасимпатический. И обратная ситуация. Вы пришли домой, сели в любимое кресло, взяли любимую книгу. Естественно, вы расслабляетесь, то есть и парасимпатический отдел начинает превалировать. Но тем не менее, вот это соотношение, то есть вегетативного баланса, оно имеет диагностическое значение. Потому что, ну, вы понимаете, что если мы проводим обследование в нормальных условиях, да, то есть человек не испытывает каких-либо внешних воздействий в данный момент, понятно, что там мысли какие-то присутствуют. Но тем не менее, да, и мы видим, что вегетативный баланс нарушен, то, естественно, мы можем предположить, а что будет, когда человек будет подвергнут воздействию серьезному. Вот, поэтому диагностическое значение здесь имеется. Но, опять же, вот я сказал, что вот этот простой случай, который чаще всего встречается, когда преобладает чрезмерное напряжение, вот как на средней диаграмме, и здесь как бы все понятно, что все системы напряжены, соответственно, это вызывает износ ускоренный, то есть как бы ускоренное старение. Но и обратная ситуация, вот, которую я здесь неправильно изобразил на картинке, когда преобладает, наоборот, зеленый сектор, то есть когда преобладает расслабление, я сказал, что это не есть хорошо, но как это будет проявляться, стоит вопрос. Вообще эта ситуация несколько лучше, чем чрезмерное напряжение, да, по крайней мере, ну, как бы вот не будет вот этой поломки сжатой пружины, что называется. Но на практике это может проявляться тем, что у человека будет отсутствовать должная концентрация внимания. И, соответственно, это несколько травмоопасно. То есть если человек начинает совершать что-то травмоопасное, какие-то действия, ну, даже элементарно садится за руль или берет в руки нож, чтобы шинковать овощи, то вот при чрезмерном этом расслаблении ему надо подключать центральную нервную систему. Ему нужно сосредоточиться и сказать ему, что так, сосредоточился, есть некая опасность, и нужно обратить на это внимание. Вот. Далее, следующий очень важный показатель – это уровень стрессового напряжения. Вот он справа, вертикальный этот индекс. То есть иногда его называют стресс-индекс, иногда его называют индекс Боевского. Это не очень правильно, что у нашего великого академика Боевского он разработал целый ряд индексов вариабельности ритма сердца. Но вот этот вот уровень стресса или уровень стрессового напряжения, наверное, один из самых известных, ну и, наверное, на практике один из самых востребованных. То есть вы в своей практической деятельности должны обращать внимание на этот индекс обязательно. То есть это едва ли не главный индекс, ну, по крайней мере, вот на нашем уровне оздоровительной работы. Уровень стрессового напряжения показывает вовлечение организма в стресс. Мы все вовлечены в стресс, вопрос только насколько. Опять же, в данном случае мы рассматриваем стресс широко. То есть есть острый стресс, когда какое-то скоротекущее, то есть какое-то трагическое событие происходит в короткий промежуток времени. Ну, например, не дай бог, там, смерть близких. Или же хронический стресс, с которым мы с вами все знакомы. То есть это нехватка времени, транспортные проблемы, проблемы на работе, проблемы в семье, какие-то неприятные социальные контакты. То есть все это оказывает на нас воздействие, то есть некую стрессовую нагрузку. Некая стрессовая нагрузка ложится на нашу нервную систему. И вот это восприятие, наш прибор, восприятие нами стресса, прибор может измерить. Давайте на этом вопросе остановимся несколько подробнее. Посмотрите вот на этот слайд. Вот
защита от стресса, она тоже работает по такой, скажем так, двухфазной схеме. То есть, если я выхожу на дорогу и из-за угла на меня вылетает машина и таит в себе угрозу для моей жизни, что происходит с моим организмом? У меня включается так называемая стресс-реализующая система. Вот на этом слайде она изображена вот этим красным блоком. То есть физиологически при этом происходит выработка определенных гормонов, которые впрыскиваются в кровь. Ну, это всем известные там, адреналин и другие. И при этом все мои физиологические системы начинают работать в повышенном режиме. То есть они функционально, их активность резко возрастает. То есть у меня обостряются органы чувств. Я замечаю опасность, я замечаю летящий на меня автомобиль. У меня резко обостряется, то есть, интеллектуальная, интуитивная обработка информации. То есть я мгновенно принимаю решение, что мне делать. У меня напрягаются определенные группы мышц. Я отпрыгиваю в сторону и тем самым спасаю свою жизнь. Но все мои системы работают просто на необыкновенном мощном режиме, по сути, на форсаже. Долго я так не смогу, то есть, и тем более, что уже опасность миновала. Поэтому должна наступить вторая фаза защиты от стресса. Должна включиться так называемая стресс-лимитирующая система. На данном слайде она изображена зеленым блоком. При этом точно так же происходит выработка определенных гормонов, действие которых противоположно, скажем так, красным гормонам. Да? То есть эти гормоны, они по сути выключают, снимают вот эту вот необыкновенную активность всех моих физиологических систем. И таким образом получается, что моя реакция на стресс, она в общем-то определяется соотношением двух этих систем, то есть стресс-реализующей и стресс-лимитирующей. В идеальном варианте их действие должно быть, ну, адекватным, то есть уравновешенным, да, вот как изображено на этой диаграмме, то есть величина стресс-реализующей системы равняется величине стресс-лимитирующей системы. Это называется эустресс, то есть стресс-реализующая система будет позволять мне адекватно реагировать на какие-то опасности, на стрессы, а стресс-лимитирующая система будет вовремя выключать всю эту систему защиты после того, как я выполнил необходимые действия, которые спасли меня от опасности. Называется это эустресс, то есть это тот уровень стресса, который нам всем даже необходим, иначе мы как вот амебы растечемся, что называется. И считается этот диапазон, принято считать, от 60 до 120 условных единиц. Но вот в данном случае на данном рисунке, да, уровень стрессового напряжения 99, то есть это тот идеальный уровень стресса, так называемый эустресс, который, в общем-то, ну, в идеале должен быть у каждого человека. Есть такое понятие, как широкий коридор нормы. Оно вводится, ну, как правило, для мегаполисов, то есть считается этот диапазон от 30 до 200. То есть это допустимый уровень стресса, близкий к эустрессу. То есть если вы провели обследование и видите уровень стрессового напряжения в этом диапазоне, вы обрадуете своего клиента о том, что у него нормально работает система защиты от стресса. То есть, ну, в данном случае можно воспринимать нашу нервную систему как некую подушку безопасности между внешним миром, то есть его опасностями, и, собственно говоря, вот нашим физическим телом. Вот если уровень стресса от 30 до 200, значит все замечательно, все срабатывает, то есть организм защищен, все хорошо. И, возможно, два варианта отклонения от этой нормы. То есть уровень стресса чаще всего, ну, в подавляющем большинстве случаев, идет вверх, и в более редком случае идет вниз. Вот давайте рассмотрим эти варианты поподробнее. То есть, если уровень стрессового напряжения идет вверх, то есть становится там, допустим, 130, там 200 и выше, и выше, и выше, это говорит о том, что, то есть, ну, во-первых, это уже называется дистресс. То есть деструктивный стресс – это стресс, да? То есть уже деструктивный, разрушительный стресс. Когда показатель идет вверх? Да, именно тогда, когда стресс-реализующая система превалирует над стресс-лимитирующей системой. То есть человек вовремя включается, защита у него вовремя включается,
все замечательно срабатывает, но запаздывают отключения. То есть все, что надо было, он уже сделал для защиты своей жизни, здоровья, и уже бы надо бы выключиться, а вот стресс-лимитирующая система, она подтормаживает, она запаздывает, и поэтому идет повышение уровня стрессового напряжения. Давайте посмотрим эти диапазоны. Ну, на самом деле в программе есть подсказки. Вот если вы курсор подведете к соответствующим диапазонам, то здесь будет такой текст подсказки. Я сейчас покажу вам в разных диапазонах. То есть, вот. И вы, если забыли что-то, вы можете сюда посмотреть. Ну и на самом деле вот здесь еще имеется текст. Да? И вот здесь вы можете прочитать интерпретацию текста. Но тем не менее, давайте мы хотя бы так вот проговорим более простым языком эти вещи. Вот чтобы вы понимали, уровень стресса между 200 и 500 условных единиц называется компенсированный дистресс. Что это такое? Ну, мы сказали, что дистресс – это деструктивный, разрушительный стресс. А что такое компенсированный? Компенсированный дистресс – это говорит о том, что организм в целом справляется с ситуацией. Потому как, вот когда ситуация уходит выше 500, вот это уже называется состояние некомпенсированного дистресса. То есть, по сути, вот этой подушки безопасности в виде нашей нервной системы, ее нет. То есть наша нервная система не справляется с психоэмоциональным напряжением, которое у данного человека присутствует. И любая дополнительная нагрузка, причем в виде как физической, так и психоэмоциональной, может легко пробить вот эту вот слабенькую подушку безопасности и тут же отразиться, ну, скажем так, на физиологии. То есть это такое состояние, ну, сосудистых катастроф, инфаркт, инсульт. Но это когда выше 500. К счастью, когда от 200 до 500 ситуация, то это говорит о том, что организм справляется с ситуацией, но если не предпринимать никаких усилий, то, к сожалению, само не наладится, что называется. То есть оно не уйдет в диапазон нормы, вот сюда не уйдет, а пойдет только вверх. Ситуация будет развиваться в сторону некомпенсированного дистресса. Поэтому, если вы видите человека вот в состоянии 200 до 500, вы должны сказать, что у него достаточно высокое вовлечение в стресс, и ему необходимы, ну, скажем так, реабилитационные мероприятия, начиная от элементарного соблюдения режима труда и отдыха, и заканчивая, ну, скажем так, какими-то уже рекомендациями оздоровительного характера. То есть это препараты компании Трада, всевозможные, то есть аюрведические рекомендации в виде там, распорядка дня, правильного питания, режима труда и отдыха. То есть это уже считается высокое увеличение стресса. Если же вы видите человека с уровнем стресса выше 500, то это уже ситуация вообще обостренная. Здесь уже нужно очень серьезно поговорить с человеком о том, что ну, то есть нужно все бросить и заниматься собой, что называется. И совсем уже вот беда, если больше 1000, да, как в данном примере, здесь уровень стресса 1678 условных единиц, вот, здесь видите, вы видите подсказку, состояние кризиса, требующее неотложных мероприятий. Вот если вы увидите такую ситуацию больше 1000, ну, во-первых, нужно направить человека к кардиологу обязательно, чтобы предотвратить возможные сосудистые катастрофы в виде инфаркта, инсульта, и рекомендовать ему, ну, это реально все оставить, все нагрузки, которые у него есть, и заняться, очень серьезно заняться собой. То есть уже есть ряд случаев применения компьютерной пульсовой диагностики, когда человеку вовремя диагностировали вот такое повышение уровня стрессового напряжения и мероприятия, рекомендовали мероприятия, которые ну, просто спасали ему жизнь, то есть вовремя отправляли к кардиологам, то есть уже такие случаи есть. Поэтому здесь вы должны быть особенно внимательны вот с этим показателем. Ну, я вот максимально видел больше 3000 этот уровень стресса. Вот эта шкала, она на самом деле раздвигается, если и дальше. То есть 3000 это не максимум. Что больше 3000 я в реальности видел. Вот. И другая ситуация. Мы сказали, что возможно
ситуация, когда стресс-индекс идет вниз от нормы. Это реже встречается, но встречается. То есть, и эта ситуация происходит тогда, когда превалирует стресс-лимитирующая система. То есть стресс-реализующая система слабо выражена у этого человека, и ее стресс-лимитирующая система обгоняет. Что это значит? Но если так говорить образно, вот эти люди, они от стресса не умрут. То есть это не так опасно, когда идет вверх уровень стрессового напряжения. То есть они умрут не от стресса, они умрут от опасности. То есть ведь антистрессовая защита, она же не случайно природой как бы выработана. То есть и вот эта вот стресс-реализующая система запускает все наши физиологические, скажем, системы, механизмы повышенный режим активности, это позволяет нам уходить от какой-то опасности, там, смертельной опасности, опасности для жизни. Так вот, если у человека эта стресс-реализующая система так малоактивна, как вот на этой диаграмме, да, а стресс-лимитирующая система преобладает, это говорит о том, что он ведет себя, ну, как страус, который в случае опасности голову в песок, и опасность просто не замечает. То есть да, он от стресса не умрет, но умрет он тогда вот именно от опасности. То есть он не клонится от машины просто от опасности. Поэтому эта ситуация, она не такая острая, скажем, но все равно она требует воздействия на человека. То есть требует оздоровительных мероприятий. То есть эта ситуация, как мы сказали, это диапазон вот от 0 до 30. Вот. И, кстати говоря, вот этот показатель уровень стрессового напряжения, он в какой-то степени коррелирует с показателем скорости биологического старения. Вот очень плохо, если у человека высокое вовлечение в стресс, а мы сказали, что высокое вовлечение в стресс можно констатировать, когда этот показатель уже выше 200, и еще хуже, когда он выше 500, и еще хуже, когда он выше 1000, да? То есть от 200 и выше считаем, что это уже высокое увеличение стресса. Так вот, если это сочетается с высокой скоростью биологического старения, то есть когда этот показатель больше 2, вот это довольно опасное сочетание. То есть это, эти два показателя, они начинают взаимно друг друга раскачивать. То есть высокий уровень стресса на фоне вот, нарушенного вегетативного баланса, когда превалирует напряжение симпатического отдела вегетативной нервной системы, начинают раскачивать на эту вот лодочку баланса, и это довольно опасное состояние. И в то же время довольно часто можно встретить такую ситуацию, когда у человека достаточно высокий уровень стресса, но при этом у него скорость биологического старения ниже возрастной нормы, то есть вот показатель этот до 0,7. Вот в данном случае я склонен рассматривать это как, в общем-то, положительный фактор. Это говорит о том, что его мудрый организм, в общем-то, не сдается. То есть ему не удается выполнить вот эту тонкую настройку соотношения систем защиты от стресса, стресс-лимитирующей и стресс-реализующей системы. То есть не удается, не получается. Но организм не сдается, и он тогда просто как бы выключает человека. То есть он понижает уровень симпатического отдела, повышает уровень парасимпатического, то есть так принудительно его заставляет расслабиться. То есть в целом это можно рассматривать как такой положительный фактор. Вот. И как я сказал, вот здесь вот в текстовом поле можно эту интерпретацию стресс-индекса тоже почитать, посмотреть, можно скопировать вот значок копирования в буфер обмена, то есть и потом можно вставить в любую текстовую программу. Следующий важный индекс называется индекс морфофункционального состояния здоровья, можно так сказать. То есть это такой индекс, который интегрирует, объединяет вот все, что мы с вами рассмотрели. А мы с вами рассмотрели, но опять же, это то, что мы рассмотрели, на самом деле он еще гораздо больше объединяет. То есть он учитывает индекс массы тела, он учитывает среднюю частоту сердечных сокращений. На самом деле он еще учитывает такой показатель, о котором мы не говорили, так называемые адаптационные возможности организма.
Затем он учитывает цену адаптации, скорость биологического старения, уровень стрессового напряжения. То есть все вот это он интегрирует, и появляется вот этот индекс морфофункционального состояния здоровья. Здесь, по сути, возможно 4 ситуации, то есть 4 таких положения. То есть, ну, если тут тоже есть выпадающие подсказки, что очень удобно. Но если так говорить об этом простым языком, то уровень от 75 до 100 – это хороший уровень здоровья, вернее, это высокий уровень здоровья, от 50 до 75 – это хороший уровень здоровья, от 25 до 50 – уже сниженный уровень здоровья, и от 0 до 25 – крайне низкий уровень здоровья. Но в какой-то степени это, в общем-то, такая средняя температура по больнице, будем так говорить, то есть средняя температура по палате, да? Одного лихорадит, другой умер, а средняя 36,6. Но тем не менее диагностическое значение этот показатель имеет. И особенно он, скажем так, нагляден, если вы наблюдаете своего клиента, своего пациента, если он регулярно к вам приходит, то есть вы проводите его обследование, и, собственно говоря, вы проводите с ним какие-либо оздоровительные мероприятия. То есть, ну, хотя бы, то есть он регулярно принимает продукцию травы. Так вот, если это происходит, то, естественно, нужно ожидать улучшений. Так вот, индекс морфофункционального состояния здоровья должен тогда от одного обследования к другому обследованию улучшаться, то есть должен возрастать. Да? Ну, соответственно, все остальные индексы, о которых мы говорили, они тоже должны, ну, как бы нормализоваться. Да, вот здесь я смотрю в чате про цену адаптации, вопрос возник. Давайте мы проговорим эту ситуацию, я ее как бы, в общем-то, не планировал, но очень важный на самом деле показатель, то есть как бы он здесь впрямую в данной системе не представлен, но в статистике он есть. То есть если вы зайдете во вкладку «Статистика», то, во-первых, значение этого показателя, вот эта третья таблица, показатели спектрального анализа, это ТП, Total Power. То есть, и вот здесь это значение представлено. Вот, и, собственно говоря, если вы посмотрите физиологическую интерпретацию показателей, то вот здесь текстом интерпретируются адаптационные возможности организма. Что такое адаптационные возможности организма? Сейчас я посмотрю, я вообще слайд, наверное, не готовил этот, потому как, в общем-то, не планировал об этом говорить. Да, не готовил. Ну, давайте я вам туда сейчас это расскажу. То есть адаптационные возможности организма, это опять же, вот если говорить, ну, с позиции современной медицины, современной биологии, то задача нашего тела это сохранение гомеостаза. То есть гомеостаз это постоянство внутренней среды. Вот если внешняя среда окружающая человека постоянно меняется, то есть меняется давление, влажность, температура, положение тела в пространстве, нагрузки на тело могут меняться, то для того, чтобы человек был жив и здоров, да, вот эти изменения нужно сузить до каких-то приемлемых диапазонов. Это достигается за счет приспособления вот к этим изменениям окружающей среды, что, собственно говоря, и называется адаптация. То есть адаптация – это приспособление организма к изменениям. Если говорить, ну, в терминологии восточной медицины, ну, собственно говоря, это попроще, можно сказать, что это запас жизненных сил. Иногда это сравнивают вот с оджесом, так называемым. Да? То есть запас жизненных сил. И вот эти адаптационные возможности организма в идеале у здорового человека они должны быть 1500-3000. Но вот в данном случае у данного пациента 77,5, это, конечно, очень низкие, и вот здесь вот вы можете в тексте прочитать, что значит это значение. То есть истощение, выраженное остеноневротическое состояние, то есть требуется неотложное восстановление жизненных сил. Вот. Также здесь существует тоже широкий коридор нормы, он простирается от 1000 до 4000. Вот запомнить это или запишите, значит, то есть получается норма 1500-3000,
показатели адаптационных возможностей, широкий коридор от 1000 до 4000. То есть, если ситуация идет вниз, то есть меньше 1000, это говорит о том, что ситуация развивается в сторону астении, то есть слабости, отсутствие энергии, то есть недостаточная реакция на изменения окружающей среды. Но реже встречается, оно встречается, когда ситуация идет выше, то есть более 4000. Это тоже не есть хорошо. Это говорит о том, что присутствует очень значительное напряжение в организме. То есть, скорее всего, какой-то имеет место какой-то патологический процесс, и организм, ну, грубо говоря, стал в стойку. То есть он обороняется, зачастую это встречается при аутоиммунных заболеваниях. Если так кратко о этом показателе. Дальше давайте посмотрим вкладку «Баланс». Вкладка «Баланс» представляет нам физиологические тенденции в регуляции функций организма. То есть здесь мы видим диаграмму трех так называемых факторов. Фактор В, фактор П, фактор К. Но на самом деле это доши. Вот кто слушал мой вебинар по введению в основу аюрведы, мы там очень подробно останавливались на этом вопросе. Я рекомендую, если вы будете работать с прибором Традопульс, прослушать этот вебинар. То есть там мы достаточно подробно говорили о соотношении доши, текущей аюрведической конституции. То есть, ну, давайте мы очень коротко сейчас повторим какие-то основные моменты, о чем говорит вот эта диаграмма. То есть, ну, во-первых, вот, собственно говоря, фактор В – это вата-доша, фактор П – это пита-доша, и фактор К – это капха-доша. Они здесь так стыдливо названы факторами, потому что, ну, в свое время прибор компьютерной пульсовой диагностики регистрировался в органах здравоохранения и был допущен в качестве медицинского прибора, ну и решили здесь так, скажем так, слишком уж эзотерические термины как бы не особо не применять, поэтому вот он здесь назван фактором. Опять же, работая со своими пациентами, клиентами, вы можете по-разному интерпретировать значение этой вкладки. Можно это рассматривать, ну так скажем, с западных позиций, можно это рассматривать с восточных позиций. Если говорить, если так кратко, с точки зрения западных позиций, то можно представить эту ситуацию следующим образом. Фактор В или вата доша – это процесс катаболизма, то есть диассимиляция, когда происходит расщепление сложных молекул до простых, и при этом происходит выделение энергии, то есть ее истощение, растрата. Если фактор капха, фактор К или капха-доша, можно сравнить с процессами анаболизма, то есть ассимиляции, когда происходит синтез сложных молекул из простых. Этот процесс, он вызывает поглощение энергии, ее накопление. Ну и фактор П, или как мы сказали, пита-доша, она отвечает за метаболизм. То есть это равенство вот катаболизма с анаболизмом. То есть, ну, не знаю, наверное, тоже это не слишком просто объяснить человеку, если он совсем не знаком, скажем так, с биологией. Но тем не менее, вы можете говорить, что вот фактор, эти три фактора, да, они показывают различные стороны процесса обмена веществ в организме человека. И чем более они сбалансированы, тем лучше. То есть, вот чем больше вот эти вот дельты между ними, чем они более выражены, да, это говорит о том, что дисбаланс очень большой, то есть гармония нарушена. То есть у здорового человека эти дельты должны быть поменьше. Но, конечно, проще это интерпретировать с позиции аюрведы. И, на мой взгляд, если вы пользуетесь продукцией Трада, ну, такая вот чисто юридическая продукция, да, конечно, надо, в общем-то, представлять себе основы аюрведы хотя бы. Поэтому я вас снова отсылаю к вебинару «Введение в основы аюрведы».
Но, а если опять же кратко об этом говорить, то давайте мы хотя бы просто вспомним, проговорим эту ситуацию. Вот весь мир, он состоит из так называемых пяти первоэлементов. То есть это эфир, воздух, огонь, вода и земля. И они определенным образом сгруппированы в нашем теле. Так вот, первоэлементы воздух и эфир образуют вата-дошу. И в нашем организме вата-доша отвечает за все процессы движения. То есть она обеспечивает процесс дыхания, процесс кровообращения. Она отвечает за передачу нервных импульсов. Она обеспечивает все процессы выделения, обеспечивает перистальтику, речь и другие процессы, связанные с движением, с перемещением каких-то материальных и информационных субстанций в нашем теле. Соответственно, вот если мы вернемся, вы видите, как в данном случае у данного человека эти процессы движения, как они превалируют, да, насколько они находятся в дисбалансе, то есть очень повышенный уровень этих движений. Далее, питта-доша, она образована первоэлементами огонь и вода. То есть первую скрипку здесь играет первый элемент огня. И в нашем теле питта-доша отвечает за трансформацию, понимаемую как преобразование, как процессы преобразования. И, соответственно, она определяет все процессы пищеварения, выработки тепла. То есть она отвечает за зрение, то есть за усвоение информации, за восприятие, понимание информации. То есть все это обеспечивает питта-доша. Ну и в свою очередь капха-доша, она представлена в основном первоэлементами вода и земля. Первую скрипку здесь играет элемент вода. И в нашем организме капха-доша или фактор К отвечает за структуру. То есть за структуру клетки, за структуру тканей нашего тела, именно их построение, их взаимосвязь, да? То есть за вот морфологическую систему органов, систем. И кроме того, капха-доша обеспечивает баланс жидкости, то есть водно-солевой обмен в организме. И, соответственно, если мы вернемся к реальной диагностике человека, да, как раз это то, о чем я говорил. То есть, как мы сказали, фактор В или вата обеспечивает движение в организме, фактор питта, фактор П или питта обеспечивает трансформацию в организме, и фактор К, капха, отвечает за структуру клетки, ткани, за водно-солевой обмен. Ну и, соответственно, для того, чтобы человек был здоровым и гармоничным, то есть у него все вот эти вот процессы, они должны быть, ну, более-менее сбалансированы. То есть я не говорю, что они должны быть идеально ровны. Такая ситуация довольно редко встречается. Вот, но, по крайней мере, вот эти вот дельты между ними, они должны быть, ну, не столь большие, как вот в данном случае представлено. Поэтому, вот, собственно говоря, так вы можете и объяснять своим пациентам. Ну и вот здесь вот текстовая часть, характеристика пульса, это, в общем-то, как бы это сказать, вот так как мы говорили о том, что, правда, пульс – это такая вариация ее старшего брата системы Веда-пульс, то это как бы от нее осталось. Это больше нужно для специалистов, которые работают, ну, скажем так, в классической терминологии, классической аюрведы. Но на самом деле, вот если говорить о частоте скорости пульса, о равновешенности и о силе пульса, вот все эти характеристики, они, в общем-то, уже вот здесь вот, собственно говоря, и проиллюстрированы. А вот так называемая топомана, температура пульса, да, то есть которая отражает состояние огня пищеварения или агни, так называемая, то вот как раз-таки здесь вы можете пользоваться вот этой подсказкой, да, ну вот в данном случае вишама агни и в скобочках пояснение, неустойчивый огонь пищеварения. То есть это говорит о том, что, то есть возможно здесь три варианта. Когда устойчивый огонь пищеварения, сильный, слабый и вот неустойчивый. То есть неустойчивый – это говорит, что он то сильный, то слабый. Да? Ну, сильный огонь пищеварения – это тоже не очень хорошо. Слабый огонь пищеварения – тоже нехорошо. Еще бывает четвертый вариант, когда уравновешенный. Вот это вот и хороший. Уравновешенный огонь пищеварения. Соответственно, когда если он сильный, он будет, ну, грубо говоря, пережигать продукты, будет много образовываться токсины шлака. Когда он ослабленный, будет ровно та же история, и она будет проявляться симптоматически, как вот
ослабленное, медленное пищеварение, или иногда говорят ленивый желудок. Поэтому в идеале должен быть устойчивый огонь пищеварения. Ну и, наконец, мы дошли до вкладки «Атлас». То есть она состоит, как бы условно говоря, из двух частей. То есть вот из вот такой таблицы, где представлены, ну, скажем так, 12 основных наших функциональных систем, имеющихся в нашем организме, и, собственно говоря, вот изражение организма. И здесь вот вы видите, что все эти системы имеют разную окраску. Давайте мы посмотрим это на слайде. То есть, возможно, три варианта цветов. То есть зеленый цвет говорит о том, что данная функциональная система находится в нормальном состоянии. Или же в компенсированном. Вот здесь нужно очень осторожно. То есть, допустим, в данном случае, да, желудок, он зелененький у нас, это говорит о том, что он находится в данный момент времени, в данный период времени в нормальном состоянии, да, а человек может говорить, ну как же, не может быть, у меня там гастрит или язва желудка. Вот в этом случае нужно понимать, что у нас разные есть заболевания, но это не значит, что мы же как бы все равно живые, да, мы не умираем, то есть вот эти заболевания, они зачастую находятся в компенсированном состоянии. То есть организм их компенсирует. То есть и именно поэтому вот в данном таком примере, да, вот желудок, он такой зелененький. То есть вы должны запомнить, что зеленое – это нормальное состояние. Красный цвет обозначает повышенную функциональную активность. То есть в данном случае это бронхолегочная система. Это говорит о том, что бронхолегочная система работает почему-то слишком активно, потому что, ну вот в медицине, да, как, собственно говоря, в философии, в жизни есть золотая середина, то есть мало плохо и много плохо. Все должно быть в коридоре нормы. И вот, собственно говоря, зеленый цвет – это норма, красный цвет – это повышенная активность или функции, и желтый цвет – это пониженная функция данных органов или систем. Ну, если говорить языком медицины, то о чем говорит повышение и понижение функции? Повышение функции, то есть красный цвет, говорит о том, что вот если эта ситуация будет стабильна на протяжении какого-то времени, а вы не знаете, если вы, тем более, что если вы не наблюдали этого клиента, вы его первый раз видите, вы не знаете, как давно у него наступила эта ситуация. Но тем не менее, вы уже должны понимать, что вот этот красный цвет, то есть, а именно повышенная функциональная активность данной физиологической системы, говорит о том, что у него развиваются в данной системе патологические процессы и развивается он по такому острому варианту, то есть воспалительному варианту. Как правило, это склонность к гиперфункции, то есть повышенной активности соответствующих органов и систем. И если же вы видите желтый цвет, да, то есть это говорит о том, что пониженная функциональная активность, это говорит о том, что если это во времени ситуация будет стабильна, то рано или поздно это приведет, а может быть уже привело, да, потому что, опять же повторюсь, любая диагностика – это такой мгновенный снимок, поэтому нужно с пациентом еще и разговаривать, да, перед началом диагностики, то есть расспросить его жалобы. Так вот. Желтый цвет или пониженная функциональная активность говорит о том, что процесс идет в направлении хронического состояния. То есть это уже хронический процесс, то есть такой дегенеративный процесс, по сути. И, как правило, это недостаточная активность соответствующих органов и систем, гипофункции. Ну и, соответственно, в программе, да, вот вы можете поставить галочки. Ну вот, допустим, в данном конкретном случае у человека две системы, система мочевого пузыря и почек, находятся в отклонении, в ненормальном состоянии, то есть все остальные системы в зеленом цвете, мы оцениваем как нормальное или, повторюсь, компенсированное состояние. Что такое компенсированное состояние? Что, да, возможно, здесь есть проблема, но организм с этой проблемой в данный момент времени справляется, то есть он держит под контролем. Ну, вот, в моем примере, да, человек там, ну как, мне там гастрит или мне там язва, да, но это же не значит, что у человека, ну, как бы постоянно он испытывает боль,
какие-то муки. То есть, скорее всего, они у него возникают при нарушении диеты. То есть, вот в данный конкретный момент времени, то есть, у него есть там заболевание, но оно катится организмом. То есть, собственно говоря, задача тела компенсировать те или иные патологические процессы. Даже с точки зрения современной медицины, мы будем так говорить, любой наш орган, он как бы в любом нашем органе есть, одновременно уживается и болезнь, и здоровье. И вопрос, у кого... кто кого победит. То есть в данном случае, вот если говорить по моему примеру, желудок, то есть даже если там есть какие-то патологические процессы, но они компенсированы. А вот мочевой пузырь и почки, здесь желтый цвет говорит о том, что там хронические патологические процессы. Вы можете поставить вот здесь галочки, и, соответственно, на атласе это будет изображено для наглядности, чтобы показать вашему клиенту, пациенту. И вот я ставлю галочку почки, и вот в этом они уже здесь органы обозначены, то есть в данном случае желтый. Вот. Вот такая, возможно, интерпретация результатов диагностики. То есть, ну, давайте мы сейчас просто вернемся быстренько, да? Как бы, ну, конкретного человека рассмотрим. То есть, ну, что мы видим? Что человек находится в хорошем возрасте, 50 лет, то есть все как бы хорошо должно быть. Соотношение роста и веса в данном случае выражается в индексе массы тела, индекс Кетле. Он равен 38,7, это ожирение второй степени, то есть это достаточно серьезная проблема, то есть это говорит о том, что, ну, как бы вес в данном случае выступает такой вершиной айсберга, то есть в значительной степени характеризует состояние здоровья. Это уже такой серьезный риск. Далее мы сказали, что мы смотрим среднюю частоту сердечных сокращений и видим, что у данного человека она составила 102 удара в минуту. Если вы забыли диапазон, вы можете прокрутить эту вкладку и прочитать заключение по частоте сердечных сокращений. Здесь сказано, что 102 – это значительное учащение сердечного ритма. То есть у данного человека наблюдается выраженная тахикардия. С позиции современной медицины это приводит к серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям, то есть рано или поздно. Дальше мы сказали, что было бы неплохо бы рассмотреть вот этот показатель адаптационные возможности организма. И вы говорите, что у вас адаптационные возможности или запас жизненных сил 77,5. Что значит истощение адаптационных возможностей организма. То есть вы подсказку опять же вот читаете вот в этом тексте. Да? То есть адаптационные возможности истощены и так далее. Вы можете зачитать вот эту интерпретацию. Далее мы говорим, что тем не менее организм же живой, то есть значит адаптирован, да, но возникает вопрос, а какова цена адаптации? И переходите к вкладке индексы. В данном случае у человека цена адаптации 87 пациентов. Если забыли, что это такое, подводите курсор и читаете, что это крайне высокая цена адаптации. Значительная мобилизация всех ресурсов. То есть ваш пациент 5 минут сидел в спокойной обстановке, то есть совершенно не было никаких на него воздействий, да? Но, как мы понимаем, мы говорили раньше, что то есть у него, тем не менее, все 5 минут шли сложнейшие физиологические процессы в теле, да? То есть и диагностика показала, что несмотря на такую вот спокойную ситуацию, то есть у данного человека цена адаптации крайне высокая. То есть все системы регуляции его работают просто на износ. Да? И при всем при этом, то есть они выдают очень слабые адаптационные возможности, как мы сказали. Да? То есть, по сути, истощенные адаптационные возможности. То есть я обычно в таком случае говорю, что человек лучше это понял, говорю, то есть вы покупаете очень плохой товар, значительно за него переплачиваете. Дальше вы рассматриваете скорость биологического старения или вегетативный баланс. И вы понимаете, что у данного человека скорость биологического старения выше возрастной нормы. Напоминаю, возрастная норма 0,72
нормы возрастной. То есть это говорит о том, что у данного человека все физиологические системы крайне напряжены, то есть и, соответственно, идет ускоренный износ, то есть старение идет. Далее вы говорите, что у данного человека очень высокий уровень стрессового напряжения. То есть, по сути, это состояние кризиса. То есть вот 1678 говорит о том, что человек очень вовлечен в стресс, и то, что ему просто вот нужно все бросить, то есть там срочно там взять отпуск, да, и проходить курс реабилитации, оздоровления, лечения. Потому что это вот, в данном случае это совсем не шутки. То есть любая дополнительная нагрузка может привести, ну, просто к катастрофическим последствиям. Ну и в целом, вот все, что мы рассмотрели в данном веке, еще вот вкладка, как мы сказали, атлас, да, мы говорим, что особенно сейчас страдают, по сути, мочевыделительные системы почек и мочевого пузыря. То есть в этих системах наблюдаются хронические процессы, то есть и в целом его состояние здоровья, то есть находится на крайне низком уровне. Это показатель индекса морфофункционального состояния, 20% это крайне низкий уровень. Вот мы быстренько с вами рассмотрели вопрос о том, каково состояние здоровья данного человека, а теперь, естественно, он спросит вас, а что же делать, как же мне быть? И вы переходите к рекомендациям, то есть вкладка рекомендации. Каким образом она устроена? То есть она устроена, то есть здесь в данном случае в программу введена информация по продукции компании Трада, по продукции компании Трада. И здесь реализован так называемый принцип светофора. Сейчас я ищу, чтобы были все цвета. Тоже нету красного. Сейчас я объясню, почему это интересный на самом деле момент. Тоже нет. Ну ладно. То есть, как вы видите, здесь три столбика, да, то есть идеальное соответствие, так называемый зеленый столбик. Оптимальное соответствие, желтый столбик, и не рекомендуется. На самом деле, вот он должен быть, если бы здесь были какие-то препараты, он был бы красным, то есть вот красной линеечкой был бы. То есть это принцип светофора. Для данного конкретного человека на основании обследования вся продукция ТРАДА распределена на три группы. В идеальное соответствие попадают те препараты, которые будут максимально гармонизировать его организм. Причем, вот вы здесь видите числовые значения, да, и вот чем выше числовое значение, то есть количественное, тем и выше расположено в столбике данный препарат. То есть вот Оджас Пушти будет максимально показан данному пациенту. При этом учитываются вот все те показатели, которые мы с вами рассмотрели. Глюгард будет показан. То есть, и вот если я курсором щелкну, да, по данному препарату, то вы видите, что вот в нижнем окне идет метод применения, то есть, и предостережение. Точно так же, вот если я глюгард щелкну, тоже метод применения и предостережение. То есть вот этот левый столбец, это те препараты, которые максимально подходят данному человеку. То есть они будут его максимально гармонизировать. То есть. Теперь давайте перейдем в более правый, желтенький столбец. Здесь представлены те препараты, которые будут оказывать гармонизирующее воздействие на данного конкретного человека. То есть они будут в меньшей степени это делать, но тем не менее они будут тоже полезны. И здесь вы тоже видите вот, значение, это коэффициенты. И вот чем выше в этом списке расположен препарат, тем выше этот коэффициент. То есть он тем более он подходит данному пациенту.
И вот в данном случае в списке не рекомендуется, ничего нет. Вообще это не случайно. Я сейчас вот еще попробую в пятом примере посмотреть, может там что-то есть. Это не случайно. Это говорит о том, что продукция трада очень высокого качества. Тоже нет. Так, сейчас я, может быть, вот у меня тут на каких-то реальных значениях. То есть это говорит о том, что продукция трада замечательно сбалансирована. И по сути у нее, в общем-то, и противопоказания. А, ну вот, нашел. То есть это конкретный человек, конкретный пациент, да? И вот мы провели его обследование, и вся продукция трада разбилась на три группы средств. То есть зеленый список – это те продукты, которые будут максимально гармонизировать данного человека. То есть, и, собственно говоря, рекомендации желательно начинать как бы рассматривать. То есть давайте так говорить, что вот любая автоматизированная система ни в коем случае не заменяет специалиста, не заменяет врача. Да? То есть это очень мощный инструмент, это очень мощная система, скажем так, экспертная система, которая вам подсказывает, да? Но решение все-таки принимаете вы. И вот в данном случае для данного конкретного пациента, то есть вот четыре препарата, которые наиболее показаны, а дальше вы уже отсюда должны выбрать, что именно рекомендовать. И желтый список оптимальное соответствие, то есть это те препараты, ну, которые как минимум не навредят, скажем так, да, и вот чем выше они расположены в этом списке, тем они будут оказывать более гармонизирующее влияние на данного человека. Но их между собой сравнивать нельзя. Вот если вы заметите, у Гугулакса коэффициент 577, а у Трихоблиса масла 337. Казалось бы, у Гугулакса выше. Но на самом деле априори считаем, что зеленый список наиболее предпочтительный, потому что здесь идеальное соответствие. Ну что такое идеальное соответствие? Мы с вами рассмотрели целый ряд показателей функционального состояния данного человека, да? И вот те препараты, которые попали в зеленый список, они будут учитывать, то есть они будут нормализовывать максимальное количество этих показателей. А вот те препараты, которые попали в желтый список, они будут тоже оказывать позитивное воздействие, но уже в меньшей степени, то есть меньшее количество параметров они будут охватывать. И вот препарат, который попал в красный список, по идее его нежелательно, то есть он не рекомендуется для применения к данному человеку, потому что он как бы не значит, что он не будет оказывать совсем пользы, но он будет, знаете, как это делать, это я называю два шага вперед, один назад, то есть он будет в какой-то степени оказывать оздоровительное воздействие, но он будет дестабилизировать саму энергетику данного человека. Поэтому, скажем так, особенно вот длительно эти препараты не надо применять, которые попали в красный список. Ну и напомню, здесь опять же имеются подсказки, что если вы курсором станете на тот препарат, который вы планируете рекомендовать, то в нижнем окне описания рекомендации будут описаны методы применения и предостережения. Далее, вот все, что мы сейчас с вами обсудили, все, что мы обсудили, то мы говорили о нормализации общего функционального состояния здоровья данного человека. Но система построена так, что она позволяет учесть и конкретные диагнозы. То есть, если человек вам пришел с конкретным диагнозом в терминологии, ну, современной, так скажем, западной медицины, то вы можете, скажем так, уточнить эти рекомендации. Для этого нужно воспользоваться так называемым системно-нозологическим фильтром. Он состоит, по сути, из двух строчек, где первая строка нужно выбрать группу диагнозов, группу заболеваний. Ну, допустим, мы рассматриваем, у человека имеется заболевание сердечно-сосудистой системы. Вы выбираете эту группу, или в нижней строке, если вы нажмете на стрелку, вам будет предложены ряд диагнозов, то есть и в случае, если у данного конкретного человека, ну, допустим, есть нарушение ритма, а здесь действительно такова ситуация, вот я включил систему нозологический фильтр, повторяю, я выбрал группу заболеваний, и я выбрал конкретную нозологию, конкретный диагноз, и система из
всех рекомендованных средств, а это, как мы сказали, зеленый список и желтый список, отобрала именно тот препарат, который будет отвечать нескольким условиям. То есть он будет максимально гармонизировать данного человека. То есть что такое гармонизировать? Он будет способствовать нормализации тех показателей, которые мы выявили в результате диагностики. Но при этом он будет оказывать лечебное воздействие с учетом выбранного диагноза. То есть он будет устранять нарушение ритма. И в данном случае система обозначила это жирным шрифтом, вот выделила кардиоблиц. То есть получается, что если у данного человека имеется нарушение ритма, то есть, конечно, препаратом, который мы будем вам рекомендовать, будет кардиоблиц. И вот я на него кликнул мышкой, и он появился в описании к рекомендации. Далее, давайте еще, ну, собственно говоря, здесь целый ряд заболеваний, там, допустим, вот заболевание крови, да, можем выбрать конкретный диагноз, а здесь нет конкретного диагноза, значит, они такие общие заболевания. Сейчас, минутку. Ну, вот, на примере заболевания кожи, да, вы можете выбрать, допустим, целлюлит. Да? Вот система выбрала нам из всего перечня, из всего ассортимента продукции компании Трада два препарата, а именно лимфокар, мы можем прочитать, как его применять и противопоказания, да? И массажное масло Блискапха, да, тоже здесь есть описание этого препарата. Вот, вернусь еще к заболеваниям крови. Заболевания крови, да, здесь не указано. Ну, то есть не все задействованы. То есть не все диагнозы, безусловно, есть. А здесь производитель каким образом поступил? Наиболее, скажем, распространенные диагнозы, наиболее часто встречающие. Так, далее давайте рассмотрим вкладку заключения. Вот эта вкладка заключения, да. То есть она для формирования, ну, то есть, скажем, каких-то текстовых материалов, которые вы можете либо распечатать на принтере и отдать клиенту, пациенту, либо можете сохранить в электронном виде и бросить ему на флешку или отослать по адресу электронной почты. Здесь все очень просто. То есть, как это формируется? Вы можете вставить информацию о результатах обследования. Ну вот я нажал вот эту пиктограмму, и сразу подсказка, и здесь информация о пациенте, да, и курсор сдвинулся, да, я могу результаты обследования, то есть, допустим, я хочу вот индексы вставить. Видите, курсор у меня сейчас справа, я должен перейти вниз, вывел его вниз, да, и что я здесь еще могу вставить? Атлас, допустим, вставил, то есть те органы, на которые нужно обратить внимание, да. Я могу вставить вот эту диаграмму, так называемое викрити соотношение ДОШ, оно несколько в другом виде, но тем не менее здесь вот не столбики, а точная такая диаграмма. Я могу вставить графики кардиоинтервалограмм, ну не знаю, вряд ли это нужно, но тем не менее, возможно, такая есть. Вот. И, соответственно, я могу вставить назначение, да. Опять же, это можно сделать в двух видах. Я могу вставить в виде таблицы, вот полностью всю таблицу, ему там, и здесь вы видите как раз таки очень наглядно вот этот вот зеленый список идеального соответствия, продукция, которая идеально соответствует и будет оказывать максимальное воздействие, либо оптимальное соответствие и те, которые не рекомендуются. А могу я это вставить в текстовом виде? Для этого нужно вот пиктограмму вот эту нажать, пиктограмму, ну там у меня просто ничего не выделено было, сейчас я выделю что-нибудь. Вот я, допустим, хочу назначить Минкор, да. То есть теперь, если я кликну на эту пиктограмму, то вот это встает. После этого я могу распечатать вот это все, да, то есть вот нажав на кнопочку принтер, да, или я могу сохранить, допустим, сохранить файл документа Microsoft Word, или я могу все это выделить, скопировать и уже вставить какой-то другой текстовый документ. То есть просто здесь вот вам нужно, ну что называется, практически поработать с этим, и вы поймете, что здесь очень просто и легко.
Так, ну вкладка синхронизации – это дополнительная опция. Давайте мы это оставим на, совсем уже напоследок, хотя уже надо заканчивать. Давайте посмотрим вопросы, да? Так, Валентина спрашивает. Александр, подскажите, пожалуйста, почему трихоблиз попадает в идеальную зону? Вроде всего лишь средство для волос. Да, вот аюрведические препараты, они имеют очень широкий спектр действия, в отличие вот от современных препаратов. И вот каким образом, то есть система оценивает их? То есть берется состав препарата, то есть именно состав препарата вводится в систему, то есть и система, она очень глубокая на самом деле, то есть она работает вот на уровне, ну, специалиста-профессионала там, с 20-летним стажем работы с аюрведическими фитопрепаратами. Мы же с вами привыкли мыслить в категориях западной медицины, то есть такой симптоматический, по сути, подход. То есть, если трихоблиз – это масло для волос, то, собственно говоря, и все его возможности на этом заканчиваются. На самом деле это не так. То есть, воздействие препарата, оно определяется его составом, то есть то, что туда входит. То есть просто у нас очень такое зауженное представление, причем оно не случайно. Ведь что собой представляют современные, скажем так, синтетические лекарственные средства? Ведь по сути они выросли из той же фитотерапии. Но каким образом пошла, каким путем пошла западная фармакопея? Она, изучая лекарственные препараты, она выделяла из них действующее вещество. То есть получилось такое вот очень узкозаточенные лекарственные препараты. И, собственно говоря, это уже выработало у нас вот эти вот такие ментальные стереотипы, что за каждым препаратом закрепляется очень узкая сфера деятельности, да, и огромный перечень противопоказаний. Так вот, в аюрведической фитотерапии это совсем по-другому. Ну, собственно говоря, вообще в классической фитотерапии, да, где лечение происходит, ну, что называется, травами или препаратами на основе трав, там, порошков из трав, экстрактов, масел. То есть там составы, они, как правило, ну, более такие широкие, да, то есть и там действующее вещество, оно не является выделенным, что называется. Поэтому их спектр действия очень широк. Вот именно поэтому трихоблиз в данном случае, он идеально подходит. То есть. И, естественно, нам очень сложно это, вот, скажем так, преодолеть вот эти вот ментальные наши стереотипы. То есть и более того, вы будете сталкиваться с этим, постоянно будете сталкиваться, чтобы пациенты будут вот этого не понимать. То есть вы им порекомендовали какой-то препарат, да? Они пришли, почитали его описание, ну, там, допустим, на сайте Трада, и говорят, а что-то как-то вот он не совсем это. То есть вот нужно объяснять, что аюрведические препараты имеют очень широкую область действия, гораздо шире, чем вот современные фармпрепараты. И вот это вот так. Дальше Галина пишет, по показаниям Трада пульса можно поставить конкретный диагноз. Опять же, давайте вот понимать, что такое, что мы называем конкретным диагнозом. То есть если речь идет о диагнозе в терминологии современной западной медицины, то, ну, скажем так, пожалуй, что нет. Хотя на самом деле очень опытный специалист сможет это сделать. Но вот в данном случае, ну, скажем так, вот такая задача не ставится. То есть мы говорим, что мы оцениваем общее функциональное состояние здоровья человека, и мы учитываем тот диагноз, который человек имеет, если он его, конечно же, знает. Тут вот опять это некая такая ментальная наша зашоренность, то есть наша привычка вот к этой западной, ну, скажем, медицине. То есть, опять же, я не говорю о ней неплохо, в данном случае нехорошо. Дальше, вот Евгения говорит, ну, собственно говоря, о том, о чем я говорил, только она уточняет, что масло трихоблиз в некоторых случаях очень хорошо действует на мозговое кровообращение. То есть она вот конкретизировала, да, массаж с ним кожи головы улучшает циркуляцию. Ну, собственно говоря, вот то, о чем я говорю, что, то есть подходите к этому гораздо шире. То есть я понимаю, что у нас у всех, особенно если мы начинаем только знакомиться с продукцией Трада, у нас такие штампы закрепляются, да, то есть там
условно говоря, масло трихоблиз – это для волос, мы так и говорим, там, да, там, трифолакс – для очищения, то есть, да, там, лимфокар – для очищения лимфы, там, иммуноблиз – для подъема иммунитета. Так вот, это очень упрощенная схема. На самом деле действие этих препаратов гораздо шире. Вот, Евгения продолжает вот, опять же, проводить вот эту мысль, о которой мы говорили, да? Угу. Вот Валентина, группу заболеваний выбрать легко, а само заболевание часто невозможно. Выбор маленький, хочется выбрать. Да, выбор здесь, как я сказал, он, ну вот в современной западной медицине количество диагнозов где-то в районе 2500. Есть такая международная классификация болезней. Вот там порядка 2500. Причем эта цифра постоянно меняется, но опять же за счет того, что там классификация меняется. И понятно, что ну, какие-то экзотические заболевания, они очень редко бывают, и вы можете не найти какие-то заболевания. Ну тогда вот как бы работаем, что называется, без этого системного нозологического фильтра, то есть учитываем только функциональное состояние. На самом деле система во многом учтет. Кроме того, опять же, это не мешает вам применять, ну, естественно, свое познание, более того, свое понимание препаратов травы. Если вы уже опытный пользователь, если вы регулярно слушаете вот вебинары для компании травы по ее продукции, то, собственно говоря, вы так и должны действовать. Ну вот, опять же, вернемся к этому слайду, да. То есть, допустим, мы не знаем, да, то есть мы выключаем систему нозологического фильтра, то есть мы либо не знаем, да, диагноза, либо, допустим, мы его не нашли. То есть, ну, нет вот его в данном случае. То, опять же, вы должны как? Вы воспринимать это должны как систему экспертной подсказки. То есть, допустим, это женщина, да, и у нее есть некие заболевания, там, связанные с, допустим, эндокринной системой. Ну, вот вы выбираете из идеального соответствия тот же Минкор, понимая, что он очень замечательно воздействует на гормональную эндокринную систему. Поэтому, ну, как бы, вот интеллект мы все равно подключаем, что называется. Так, дальше. Так, Наталья, спасибо, Александр, все настолько интересно и очень важное дело. Да, вот сейчас мы это проговорим, эту ситуацию. Так, этот прибор не для медиков. То есть, да, этот прибор, в общем-то, ну как, его применяют и медики, и, естественно, не медики. И, в общем-то, он как раз-таки и сделан для, то есть разрабатывался компанией Трада в содружестве с Биоквантом именно для того, чтобы помочь вам. То есть, ну, вы поймите, да, что вот пришел к вам человек, он не знает диагнозов, да, то есть, и что, вы, естественно, начинаете опрашивать, а что болит, что беспокоит, да, то есть вы, у вас нет никакого инструмента, а вот сейчас у вас этот инструмент появился. То есть вы провели обследование, и уже вы видите, что, ну, как бы вот, круг сузился, что называется, а дальше вы либо подключаете свое понимание препаратов, да, и, естественно, для этого нужно постоянное образование, постоянное развитие, то есть своего знания препаратов ТРАДА. Вот, то есть приборы оказывают вам в этом плане очень серьезную помощь, поддержку. Так. Ага, ну вот здесь, да, здесь вот подробно. В общем, давайте так говорить, что я понимаю, что у вас есть некие сомнения в том плане, что справлюсь ли я. Я хочу сказать, что вот у меня были разные диагностические системы. Я скажу, что вот компьютерная пульсовая диагностика Трада Пульс очень дружелюбна, она очень серьезно помогает в работе, что называется, да, вот в оздоровительной работе. И просто понятно, что даже прослушав вот эти 4 вебинара, что довольно сложно, не попробовал самому. Ну вот мы провели в Москве, скажем, такое очное занятие, и ну, по отзывам, конечно, оно сняло вопросы, потому что ну, формат вебинара – это здорово, но когда можно еще впрямую поговорить, то, конечно, это многие вопросы решает. Вот. Кроме того, мы можем с вами рассмотреть еще вопрос такого сотрудничества. И как раз вот давайте поговорим про эту вкладку синхронизации.
То есть вы провели обследование пациента. У вас, допустим, еще не хватает опыта, чтобы интерпретировать результаты и дать рекомендации. Вы можете воспользоваться, скажем так, помощью зала, помощью друга, да? И, то есть вы можете результаты обследования переслать специалисту, ну, допустим, мне. И я их открою в своей, причем профессиональной диагностической системе, в которой я буду видеть гораздо больше параметров, чем мы с вами рассмотрели. И дальше я могу либо написать, ну, вам составить файл, да, который я сейчас покажу, как он выглядит, и вы его передадите своему пациенту, да, или клиенту, либо можно организовать сеанс скайп-связи. Как это делается? Два варианта. Либо через вкладку синхронизации, вот здесь вы вписываете свой адрес электронной почты, а здесь, допустим, мой e-mail, да, e-mail доктор, и нажимаете кнопку «Отправить обследование на сервер». При этом все ваше обследование именно конкретного пациента, вот, который вот здесь указан, да, вот ордена имя, то есть уходит на сервер компании BioQuant, да, а я в свою, то есть вы мне пишете письмо, что вы отправили мне, или там смс-ку, и я получаю это обследование. Но вот практика показала, что вот этот режим, он не всегда удобен. Вот мы, в частности, в прошлый раз мы пробовали со Светланой из Рима вот организовать этот обмен, и она там неправильно ввела один из имейлов, и все как бы стало неудобно, и все как бы режим обмена не состоялся. Поэтому я вам хочу показать еще очень простой способ обмена этой информацией. Как это делается? Вы понимаете, что на вашем компьютере установлена программа TradePulse, да? И, соответственно, все обследования, они, мы будем так говорить, ложатся в файл. Так вот, если вы мне перешлете этот файл, то я его увижу и открою, да, у себя. Как это делается? Давайте вот сейчас, особенно Светлана, внимательно смотрите. Так. То есть вы сейчас видите мой экран компьютера, да? У меня установлена система TradePulse. Я иду в папку «Мой компьютер», да? Ну, у меня это установлено на локальном диске C. Я иду на диск C, захожу. Там есть папка, она у вас тоже есть. Это компания BioQuant. То есть, когда вы ставили программу, она по умолчанию попросилась на диск C, скорее всего. Вы открываете папку BioQuant. Ну, вот у меня здесь много программ, потому что я пользуюсь различными диагностическими системами компании BioQuant. А у вас здесь будет вот только папка TradePulse. Вы открываете папку TradePulse, и здесь огромное количество папок и файлов. Вы находите папку DB, открываете ее, там лежит папка Data. То есть у нас с вами такая история, как, помните, жизнь на кончике иглы, яйце, водки и так далее. То есть открываете папку Data, и вот здесь вы видите уже папки с конкретными вашими диагностиками. То есть они носят название student, номер порядковый, а дальше то, как вы назвали в идентификаторе. То есть вот здесь вот как вы назвали, когда вы заводили этого пациента. Вот видите, вот здесь вот в данном случае вот Бородина Инна, да? Вот это Бородина Инна. И вы что делаете? Вы становитесь на эту папку. Ну, вы можете ее, в принципе, открыть, посмотреть. То есть там лежат какие-то файлы. Вот именно с тестами, с обследованиями. И вы берете эту папку, и вы ее архивируете любым архиватором. То есть, ну как это делать? Это стали на нее, вот выделили, правой кнопкой мышки щелкнули, один клик сделали, да? И вот, допустим, WinRAR. И пишите «добавить в архив». Он спрашивает там, куда добавить, там, имя архива. Имя не меняете. Имя не меняете, да? Обзор куда? Ну, допустим, на рабочий стол. Говорю «Окей». Пошла архивация данных, запустилась программа «Архиватор». И у меня на рабочем столе вот он появился. То есть появилась вот эта вот zip-папка, которую вы отправляете, допустим, мне по почте, а я в свою очередь